я бы назвал киллер в полосатой футболке. Я имею в виду Алексей. Если он будет судить матч Могилёве, то мы отправим туда второй состав. Он ломал игру. Просто ломал. Удалял нас за то, что прощал противника. В конечном итоге гол, который мы получили четвером, это был плод его действий. Мои коллеги практически все меняли по полсостава в течение чемпионата. Мы как в сентябре начали. Сегодня была 80-я игра, практически одним составом. Единицы, которые ничего не решали. Оно накладывается, то есть ребята очень большую нагрузку. Так что, я думаю, не хватило свежести.